Всем привет, ребята! И сегодня с вами мы испечем очень вкусный кофейный пирог. Я думаю, что он вам всем очень понравится. Для этого нам понадобится сахар, 2 яйца, мука, кофе растворимое. Я брала Якобс кофе, вы можете брать любое. Кефир, сливочное масло и разрыхлитель. И еще щепотка соли, но соль я добавила уже в муку. Приступаем. Кофе смешиваем с кефиром. Перемешиваем до однородной массы. Яйца соединяем с сахаром и взбиваем блендером. Так, вот, ребята, взбила я яйца с сахаром, а теперь соединяем. Добавляем сливочное масло. Кефир наш с кофе. Добавляем муку. Соль и разрыхлитель у меня уже здесь с мукой соединили. Перемешиваем до однородной массы. Смотрите, ребята, какая у нас получилась, какое у нас получилось тесто. Аромат просто обалденный стоит на кухне, нежный такой аромат кофе. Сейчас будем выпекать при температуре 180 градусов примерно 30-40 минут. Но это в зависимости у кого какая духовка. Моя форма в виде подсолнуха, вы можете использовать любую форму. Разогревается духовка, будем выпекать наш пирог. Вот и испекся наш пирог. Посмотрите, какой аппетитный он у нас получился. Сейчас я его буду смазывать сметаной. Сметану я предварительно соединила с сахаром. Как тортик получился. Всем приятного чаепития. Посмотрите, какой кофейный пирог у нас получился. Попробуйте приготовить по нашему рецепту. Вам очень понравится.